Здравствуйте, друзья! Новости из Чехии. Путин пообещал президенту Чехии Милошу Земану прямые поставки вакцины «Спутник 5». Если меня правильно проинформировали, данная просьба будет выполнена. Но, конечно, потребуется сертификация препарата. Мне будет достаточно одобрения от нашего института по контролю за лекарственными средствами, сказал президент Чехии в эфире телеканала CNN Prima News. Свою просьбу президенту России Милош Земан отправил после согласования с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который ранее уже проявлял интерес к российской вакцине и просил Венгрию поделиться опытом ее использования. Дело в том, что венгерское правительство закупило вакцину «Спутник 5» в обход Евросоюза. Страна использует вакцину в качестве резервной, чтобы сгладить перебои с поставками основных препаратов от американских компаний Pfizer и Moderna. Чехия, согласно ранним заявлениям Бабиша и Земана, могла бы пойти аналогичным путем и не ждать, пока «Спутник 5» одобрит европейские власти. Против выступает министр здравоохранения Ян Блатный. Я вот смотрела статистику вчера вакцинации от коронавируса, и в Чехии, наряду с другими странами, вот самый большой процент вакцинированных сейчас в Израиле, там больше 50%, на втором месте, по-моему, Америка, а в Чехии провакцинировано пока только чуть больше 3% населения. Мы являемся одной из стран ЕС, которая чтит действующие соглашения и договоры, не имея ничего против вакцин из России, Китая, Индии и откуда угодно, если они наравне с остальными прошли процедуру одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств, сказал ранее глава Минздрава Чехии. Но сколько конкретно доз Российская Федерация пообещала Чехии, как быстро пойдут поставки, если такое решение будет принято, пока нет информации, к сожалению, никакой. Но будем ждать, и я буду вас держать в курсе последних новостей из Чехии.